Всем привет, друзья! И вот в этом интервью, так называемом, который дал Путин, он сказал, что типа рассказал историю, что якобы украинцы в бою были окружены, и когда российские солдаты типа сказали им сдаваться, то они кричали, что русские не сдаются, и погибли. По сути, Путин сказал, что российские войска в Украине убивают русских. Но это ж так выходит из его слов. Он сказал, что якобы они кричали, что русские не сдаются. И сказал, что по сути идет гражданская война. Фактически Путин сам сказал, что российская армия убивает тут русских. Короче говоря, это бред. Получается. А этот бред получается потому, что люди после 60 не имеют права занимать какую-либо руководящую должность на уровне государства.